Есть такое понятие, как вы, наверное, слышали, называется это encounter или пинуэл, служение, от которому уже больше 300 лет. Слышали, да? Что такое? Есть очень много разных путей, как его проводить. Они по-разному называются. Кто-то говорит, это уединение с Богом, некоторые называют созо, некоторые это называют encounter, некоторые пинуэл. Смысл не меняется. Смысл этого служения – это исцеление и освобождение. Исцеление на любом уровне, на физическом, на духовном, на душевном, освобождение на любом уровне, потому что написано, что кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Там написано, от чего освободит. Каждый человек знает, в узах какого ярма он находится. И задача этого служения – привести человека к пониманию, в узах какого ярма он находится, чтобы он воззвал к Богу, и Бог его освободил. И у меня есть как бы на основе изучения, глубокого изучения тех, кто занимается этим служением уже на протяжении многих лет, на основе предыдущего опыта участия в таких служениях и проведениях, у меня есть собственное такое видение на то, как они должны быть. Я считаю, что каждый человек, который хочет приблизиться к Богу, обязан пройти такое служение. И обязательно после альфа-курса мы проведем это служение для всех здесь присутствующих и для тех, кто после альфа-курса захочет стать членами нашей церкви. Это будет 3 дня, мы будем находиться не здесь, сразу предупреждаю, берите отпуск. 3 дня. Почему 3 дня? Потому что Писание говорит, что 2 дня будет исцелять тебя Господь, и на 3-й день исцелит. Это очень важное место Писания, именно на нем основано все служение Encounter уже 300 лет, 3-дневной продолжительности. Еще раз повторяю, что есть много, у каждого из вас много разных мнений по поводу того, что такое encounter. Я не буду эти мнения оспаривать. Я знаю, что есть правильные вещи, есть неправильные вещи. Но я хочу напомнить, что мы люди, нам свойственно ошибаться. И исцеляет, освобождает и спасаем не мы, это делает Бог. И наша задача, как служителей на энкаунтере, привести людей не к нам, а к Богу. Чтобы это было действительно, это был пенуэл. Пенуэл в переводе с иврита, пнеэль, да, это столкновение с Богом лицом к лицу. Причем не столкновение, в смысле борьба, а столкновение, вот я встретился с Богом, дальше что? Вот он передо мной, что мне с ним дальше, как мне выстраивать свои отношения. И после альфа-курса мы обязательно проведем такое служение вместе.